А я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Всем привет! Этот выпуск мы посвящаем Андрею Гордееву по его запросу про Волковскую пивоварню. Но, к сожалению, моей щепенки не хватило на бланш де Мозай, так что линейка будет представлена не полностью. Эй, мужик! На бланш не подкинешь? Не, пошел нахуй. Сегодня у нас в студии неправильный мед, Порт Артур, American Pale Ale, она же Аба, и Пашечка, Indian Pale Ale. Начнем с неправильного меда. Начнем с того, что это вообще не пиво. Но и не пивной напиток. Это медовуха. С добавлением мятки. Что сказать про Волковскую пивоварню? Это проект, в котором участвовал Михаил Ершов, главный пивовар МПК. Находится эта пивоварня на бывшем месте деревни Волково. Оттуда и название Волковская пивоварня. Такой лимонадик для девочек. Сладковатый, мятко отдает. Опять конфетка полет во вкусе. С бунуна самое то. Похмельный такой напиток. Цвет как вода. В принципе, если вы не хотите загрести обезьянник и проснуться в отрезвителе, то можно его прилить в пластиковый стаканчик, и ты типа пьешь лимонадик. И даже мусорам можно дать понюхать, нюхай. А он, сука, алкоголем не пахнет, он, блядь, пахнет мяточкой. Вообще, я медовуху не люблю, но достаточно интересно. На медовуху совершенно не похоже. Лимонад, блядь. Ну, мы похмелились немножко. Переходим к следующему. American Pale Ale. American Pale Ale. Он охмелен хмелем Азака и Пеко. 5,5 алкоголя. 13 сусла. Этот напиток уже употребляют после того, как похмелились. В общественном месте уже пить не рекомендуется. Можно загрестись в обезьянничек. В аромате персик, блядь. Горечь умеренная. 27 IBU. Очень освежающий, благородный напиток.
для людей с благородной кровью. Отличное начало вечера посреди утра. Пожалуй, самое лучшее, что я пил у Волковской пивоварни. Сейчас, ребят, посу. Ой, блядь. Дом родной, блядь. Что они заменят? Уют собственной кровати. О. Следующим экспонатом нашей сегодняшней истории будет Indian Pale Ale версия 2. Нет, Порт Артур. Это портер, как полагается, жёным солодом. Плотный, по идее плотный, по идее горьковатый, жёными оттенками. В аромате рис. Чуть-чуть какой-то сладости мне непонятной. Его я хотел оставить на окончание вечера этим утром. Ой, горький, но горечь не хмельная, а вот именно от жженого хлеба, блядь. Очень неплохой сидр, блядь. От себя свой мозг пропил. Портер. Вполне себе в своем стиле. В английском таком. Жженка. Легкая кислинка. Бородинский хлеб во вкусе. Алкоголь 6,5. Плотность 16. 30 IBU. Ну, я портер повеселее пил. Но за ту щебень, которую я собрал около метро, блядь. Очень достойный вариант, ебаные волки, блядь. Такого не купишь, блядь, в ресторанах, блядь, за 80 рублей, если поискать. Так, блядь, 110, 100 рублей. Я нашел за 80. Мы вернемся к Indian Pale Ale. Ничего себе. Заканчиваю плохим. Этот стиль мне нравится меньше всего. Нет, не этот стиль, этот сорт от Волковской пивоварни. Он, по идее, должен быть горьким, ароматным. Какие в нем тут хмеля? Даже, блядь, не пишут. Мужик! На бланш пожидился? Скажи, какие хмеля? А? А, бля? Ирила и Пеку говорит. Опять Пеку. Ирила, о, блядь, Ирила. Глаз озарила. Ну, отвратная епа. Ну, честно. Прости, блядь. Миша. Ершов. Твой самый некудышный, на мой взгляд, вариант. Нет, без базара.
никаких там диэтиленов, вот этих всяких пивных косяков не вылезает. Ну как ИПА, мне не нравится ни ароматика, она не такая яркая. Нюхаешь? Вода с легкими такими травяными фруктовыми нотками, блядь. На вкус совершенно не горько, хотя тут 55 IBU, а погорчее, блядь, который мы до этого пробовали первый вариант. Но, как полагается, сухое хмелевое послевкусие. Немного присутствует сладость, блядь. Я её тоже не уважаю, нахуй. Вроде как и выливать-то жалко. Да и выпивать не хочется. О, а тут еще осталось. Соберу бутылочки. Сдам. Как раз хватит на бланш. Лимонад уже не заходит. О, блядь. А, оценочки. Забыл про оценочки. American Pale Ale я ставлю. Я постесняюсь. 9 из 10. Порт Артура ставлю. 7 из 10. Медоухи. Так как это вообще не пиво, блядь. Ставлю пятачок. Пятачок. Инден Палелю ставлю 3. С вами был Иван. Пойду зарабатывать на бланш, а то Андрюха расстроится. Да, Андрюх, медовух тебе не понравится. Медовух не понравится. Я знаю твой вкус. Че? До свидания.